Всегда встречаешь первым утром, а стен твоих бежит ночная тень. И над тобой витает солнце круто, даруя городу кипучий новый день. И я спешу к тебе в красивой нашей форме, и все девчонки улыбаются мне вслед. Я твой студент, не Победовский горный, Национальный горный университет. В этом видеозанятии мы исследуем структуру, кинематику и кинетостатику плоского рычажного шестизвенного механизма, схема которого изображена на экране. Причем это будет сделано нами без графических построений, то есть аналитически. Механизм является цикловым и включает в себя кривошип АБ, шатун БЕЦ треугольной формы, коромысло CD, шатун ЕФ и ползун. Вращательное движение входного кривошипа преобразуется в возвратно-поступательное движение выходного ползуна. Установим структуру данного механизма, для чего воспользуемся классификацией Асура-Артабалевского. Пронумеруем звенья механизма. Кривошип 1, шатун 2, коромысло 3, шатун 4 и ползун 5. Стойку обозначим нулем. Итак, имеем подвижных звеньев 5 и одну стойку. Соприкасаясь, звенья образуют кинематические пары. Стойка 0, кривошип 1, пара А. Вращательная одноподвижная кинематическая пара 5 класса. Кривошип 1, шатун 2, пара Б. Также вращательная одноподвижная кинематическая пара 5 класса. Пары С, Д, Е и Ф такие же. Пара ползун-стойка поступательная, но также 5 класса. Таким образом, в механизме имеется 7 кинематических пар 5 класса. С помощью уравнения Чебышева определим подвижность механизма. Кинематические пары 4 класса в механизме отсутствуют, поэтому подвижность механизма равна единице. Следовательно, в механизме для определенности движения звеньев достаточно иметь одно ведущее звено. Этим звеном является кривошип 1, угол поворота которого φ1 принимается обобщенной координатой механизма. Нетрудно видеть, что остальные 4 подвижных звена образуют две структурные группы 2 класса. Это группа, состоящая из звеньев 2-3 и группа из звеньев 4-5. Таким образом, рассматриваемый механизм является механизмом 2 класса. Переходим к кинематическому анализу, для выполнения которого надо знать размеры звеньев и закон движения входного кривошипа. Принимаем следующие размеры и угловые величины. Частоту вращения кривошипа принимаем равной 120 оборотов в минуту. Для выполнения кинематического и кинетостатического анализов аналитически представим звенья механизма в виде векторов. Для упрощения обозначим векторы латинской буквой L с индексом, равным номеру звена. Имеем L1 равен LAB, L2 равен LBC, L2-1 равен LBE, L3 равен LDC, L4 равен LEF, L0 равен LAD. Положение ползуна на его траектории будем определять вектором L5.
Направления векторов определяются углами, которые они образуют с положительной осью абсцисс. Так, положение кривошипа АБ определяется углом φ1, коромысла ДС углом φ3, шатуна ЕФ углом φ4. Треугольный шатун БЕЦ будет определяться векторами L2 и L2,1, углом φ2 и суммой углов φ2 плюс бета соответственно. Вектор L0 горизонтален и направлен вправо. Направление вектора L5 задано углом альфа, а его модуль есть величина переменная. Переходим к первой задаче кинематики – определению положения звеньев, то есть к нахождению упомянутых углов при заданном значении обобщенной координаты механизма φ1. С этой целью запишем так называемые векторные уравнения замкнутости для двух независимых контуров механизма – ABCD и ABEF. Как и в нашем 10-м видеозанятии, данную систему уравнений будем решать с помощью пакета MATCAD-11, представляя векторы в виде показательной формы комплексного числа. Система уравнений будет выглядеть так. А вот так эта система будет записана в MATCAD-е. При заданном значении угла φ1 неизвестными в данной системе будут углы φ2, φ3, φ4 и модуль вектора L5. Зададим значение угла φ1, например, 100 градусов. Полученную систему векторных уравнений будем решать с помощью блока GivenFind. Для корректного использования этого решающего блока необходимо задать начальные приближения неизвестных. Проще всего получить их значение можно, мысленно построив план механизма для заданного значения φ1. По умолчанию MATCAD оперирует с углами в радианах. Однако можно выражать углы и в градусах. Смотрим на схему механизма. Представляем угол, определяющий положение кривошипа, равным 100 градусам, или в радианах 5/9 π. Угол φ2 примем, например, равным 15 градусам, или π на 12. φ3 можно принять равным 120 градусам, или 2/3 π. φ4 принимаем равным 60 градусам, или примерно 1 радиану. И, наконец, длину вектора L5 положим равной 0,3 метра. Итак, находим значение неизвестных для φ1 5/9 π радиан. Начальные приближения также задаем в радианах. Вводим служебное слово given – дано. Вводим уравнение системы. Затем однострочную матрицу неизвестных находим, используя служебное слово find – найти. Неизвестные углы получаем в радианах. Модуль L5 в метрах или оперируя углами в градусах. Обычно в заданиях исследуют поведение кинематических параметров звеньев механизма за один цикл, то есть за один оборот входного кривошипа. Можно записать небольшую подпрограмму для изменения угла φ1 от заданного начального значения через равные промежутки. Зададим значение φ1n, например, 30 градусов. Тогда последовательные значения φ1 через каждые 45 градусов можно записать следующим выражением, в котором n изменяется от 1 до 8. Причем значение n удобно присваивать, используя знак равенства с тремя черточками, что позволяет перемещать это выражение в любую часть программы. Иногда в качестве начального задают угол φ1, соответствующий одному из крайних положений выходного звена. Покажем, как найти этот угол, например, соответствующий верхнему крайнему положению ползуна. В этом случае звенья 1 и 2 лежат на одной прямой, то есть имеют один угол наклона. Обозначим его φ1m1. План механизма в этом случае выглядит, как показано на экране. Заменив звенья векторами, получим следующую картину. Решаем соответствующую систему уравнений. Вводим начальные приближения, в которых остальные неизвестные будут в индексе иметь добавку в виде m1.
получаем искомые углы в радианах или тоже в градусах. Если принять φ1m1 в качестве начального, то последовательное значение φ1 через равные угловые промежутки, например, через 45 градусов, будут вычисляться по выражению. Изменяя n от 1 до 8, получим картину изменения геометрических параметров за один цикл механизма. Например, для n равным 5 получаем. Аналогично можно получить значение неизвестных, соответствующих нижнему крайнему положению ползуна. В этом случае добавка к индексу будет m2. Будем считать, что в нашем примере задано начальное положение входного кривошипа значением угла φ1n равным 30 градусам. В задании необходимо изучить поведение кинематических параметров механизма за один цикл через равные промежутки поворота кривошипа величиной 45 градусов. Записываем это условие. Задаем значение n равным 1. Вводим начальные приближения. Далее, по известному нам уже алгоритму, находим значение φ2, φ3, φ4 и модуль вектора L5. Задаем значение n равным 2 и получаем соответствующий результат. Увеличивая последовательно n до 8, имеем полную картину изменения геометрических параметров механизма за один оборот входного кривошипа. При этом значение начальных приближений не изменяем. Но для контроля правильности вычислений рекомендуется построить зависимость длины вектора L5 от угла φ1. В нашем случае она имеет вид плавной кривой, что является свидетельством правильности вычислений. В противном случае необходимо для каждого сомнительного расчета уточнить начальные приближения. Теперь необходимо составить таблицу результатов геометрического анализа механизма. Таблицу можно формировать непосредственно в MATCAD, для чего там имеется вставка компонента Excel, либо в Word. Из Word таблицу вставляют в MATCAD, как вордовский документ. В таблицу необходимо вставлять числа равной точности или с одинаковым количеством значащих цифр. Обычно это 3 значащие цифры. Все полученные результаты округляют с учетом этого условия. Так, например, для второго положения кривошипа мы получили следующие результаты. А в таблицу мы должны поместить следующие значения. В нашем примере мы создадим таблицу в Word. Оформляем заголовок таблицы. Затем саму таблицу, в которой предусматриваем 6 столбцов и 9 строк. Заполняем столбец значения φ1. Заполняем первую строку, вторую и так далее. На экране готовая таблица результатов геометрического анализа механизма. Положение каждого звена определяется соответствующим вектором. Например, для угла φ1 в 30 градусов имеем вектор L1 от φ1, L2 от φ2, L3 от φ3, L2,1 от φ2, L4 от φ4 и, наконец, вектор, определяющий положение ползуна L5 от альфа. Мы выразили векторы как функции, определяющих их положение углов, чтобы MATCAD различал, например, что L3 – это модуль вектора L3 от φ3. Если угол φ1 принимает значение 210 градусов, то рассматриваемые векторы принимают такие значения –